Красоты Карачаево-Черкесии всегда манили людей со всех уголков России. Вот и эта фотоэкспозиция, приуроченная ко Дню туризма, стала центром притяжения для многочисленных гостей и жителей республиканской столицы. Людмила Ключко приехала в Черкесск из Пятигорска и осталась в восторге и от города, и от фотографий наших пейзажей. Конечно, вот здесь у вас прекрасные фотографии, прекрасные. Каждый из нас видел в том или ином ракурсе все эти объекты, но у вас здесь есть фотографии, на которые можно смотреть и смотреть, поскольку они очень оригинальны. Выставка впечатлила и молодежь. Радмила Шереметова мечтает побывать в Архызе, а эти фото станут дополнительной мотивацией побывать там на каникулах. Мне все очень нравится, и фотографии очень красивые. Я не знала, что у нас такие пейзажи вообще есть. Ну, я была на Зеленом острове, это все, но я бы хотела побывать в других местах. Экспозиция в полной мере передает атмосферу наших знаменитых курортов. Тут и плато Бермамыт, и Учкуланское ущелье, и знаменитая гора Белалакая, кадры изящных скакунов и много других уникальных фото. Фотоэкспозиция организована Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики в рамках празднования Всемирного дня туризма. А здесь представлены работы победителей фотоконкурса «Лик родной республики», который был приурочен к столетию государственности нашей любимой республики и был проведен нашим министерством немногим ранее. Просто увидев эти фото, можно сразу влюбиться в уникальные пейзажи нашей республики. Но красивые картинки никогда не сравнятся с реальными достопримечательностями Карачаево-Черкесии. Словом, надо ехать и смотреть. Альбина Шаова, Ливан Зазамия, Архыз 24.